Богдан, ну что ты припёрся со своей камерой? Ну ты идиот или что? Итак, ребятишки, прощаемся со вчерашним днем. Мы еще спать не ложились. Ну, уже, в принципе, новый день. Получается, новый влог. Не влог, а новое видео. Иди сюда. Иди сюда. Камера боится, а? Зараза, блядь. Ой. Уже 6 утра. Мы еще пьем пивасик. Мы еще спать не ложились. Ну, по идее, получается, мы ждем первого автобуса. И на первом автобусе будем уезжать. Приедем домой и будем спать. Первый автобус 6:30 или 7, не знаю. Короче, до 7 мы еще пьем. Короче, чуваки, у меня не хватило нервов. Сейчас, по идее, 7 часов утра. Там еще собрались гулять, пухать. У меня уже нема сил, потому я завалился спать. Хай, они там гуляют, короче, не знаю, я буду спать. Спать хочу. Хочу спать. Они гуляют, я буду спать. Юля, просыпайся, давай домой. Юля. Блядь, ты что, долбоёб или что? Что ты матюкаешься? Девушка. Я тебе 100 раз сказала, что за мой телефон зайди к Оле. Или хотя бы позвони Оле. Я не знаю телефона её, почему мне не звонит? Если не знаешь. Что ты валяешься, скажи? Уже 10 часов дня. Ну и что? Юля, просыпайся. Вот я сметанку дам. Сметанку. Хочешь сметанку? Сметаночку хочешь? Сметаночку. Юля, сейчас тебе будет сметаночка. Он долбоёб такой, блядь. Сметаночка. Ну, прикол. Вот долбоёб и Богдан. Сметаночка, Юля. Юля, что с твоей походкой? Нормально. Ты можешь ровно идти? Так я ровно иду. Ты ровно идёшь? Ты так это клуб ходила? Да. Триндец. Слава богу, что с тобой не тусовался. Тусовался. Я отдельно тусовался. Да ладно. Да ладно. У меня охранники там триндели. Камеру выключи, камеру выключи. Не снимай ничего здесь. Нельзя снимать. Иди правила почитай. А там в туре было в правилах написано снимать нельзя. Блять, я сейчас тебе телефон разобью. Ну рассказывай, что еще куда. Богдан. Не знаю, будешь потом плакать. Получается, мы дома не спали. Спали в гостях. Юля, короче, забыла свою сумку, кошелек. Я специально оставила. Что еще? Мобилку. В других гостях. И теперь мы не можем домой доехать, потому что, Юля, у нас грошей нема. И мы идем через полрайона за Юлиной сумкой, мобилкой и кошельком. Ну и шо? Ну и шо? Уже бы домой бы уехали, если ты за собой бы взяла её. Ага, лучше бы на семерках украли. Ты такая красивая вообще, Юлечка, такая вообще красивая. Короче, зашли, забрали сумку и кошелек. Телефон Юля забрала. Сняла свои копыта, в которых не могла нормально идти даже. И теперь идем спокойно на остановку. Все, приехали на район. Получается, сели в автобусе, ой, на солнечную сторону. У меня голова горячая, мозг вскипел. Там так жарко было. Оно так накрывать начало, капец. Голова разболелась. Сейчас приду домой, упаду и умру. А я буду кушать мороженое. Я буду мертвым валяться. Фух, ой, как же плохо после вчерашнего. Юлю свою отправил, получается, в магазин, потому что у меня сил не найти в магазин, отправил ее. Я говорю, пойди купи сока, только холодного сока, а то я помираю. Ну и вон нафиг такие выходные.
Просыпайся. Ты целый день спишь. Вредно спать столько много. Вставай. Встану. И вот день уже лежишь. Вставай. Ну и что? Шел на мешок, на хуист или... Вышли вечером с Юлей прогуляться. Блин, вот то, когда достал камеру, сразу дрель включил кто-то. То не дрель, по-моему, это пила. То болгарка. Юля целый день проспала. А сейчас хочу минералочки лечебной. Почему ты спала целый день, скажи? Потому что мы до утра гуляли. Ты там спала, тебя было с кровати не поднять. Ну так а там во сколько мы уснули? В 7 утра и в 10 подъем? 3 часа поспали? Это что, сон? Нормально. Домой пришли, тоже день спала. А только что проснулась. Минут 10 назад. Не, я еще валялась. Полчасика думала, вставать, не вставать. Потом буду говорить, надо встать, бо ночью проснусь и спать не буду. Как тебе суббота? Конечно, немного весело, но лучше поменьше таких суббот. Лучше к родной не кататься. Раз в году к ней только заезжать. А то всегда родная, семерки. По-другому не получается. Даже если не родная семерки, то Макс. Родная вчера бы, может, сама и не додумалась до такой идеи, если бы не Макс. Додумалась бы. Зашли, купили спасательную водичку. Надеюсь, она поможет ожить. Там, по-моему, даже написано, типа, как-то по-умному, что выводит алкоголь из организма. Гулять сил нету, потому что после вчерашних бешеных танцев, оказывается, у меня сильно ноги болят почему-то. Скакать столько. Снежная частота безусыль. Тримайте тайк недосяжного для дітей місії.